Всем привет! Сегодня с вами Герасим Шоу. И сегодня будет такой маленький подкаст. Что и где я сейчас поотвечаю на вопросики. Такие есть у нас в группе. И давайте начнем. Давайте поговорим, что я поменял ВКонтакте, в группе ВКонтакте менюшечку, поменял эмблему. И я поменял, да, эмблему. У вас сейчас она на экране. Вот такая эмблема будет всегда. Она будет в правом верхнем углу. Это будет эпично, я думаю. Но это первая новость. Вторая новость. У меня очень много дел. Уроки долбаны. Так я сейчас делаю наполовину. Как всегда, мои любимые танцы такие у меня каждый день, каждый вечер и каждое утро. Ну, утро точно, вечер, да. И у меня нет времени свободного. Вот в субботу у меня будет время, и я хочу вам сделать маленький сюрприз. Типа, опять собрание танкистов. Но время будет чуть-чуть не в 10 часов, как я делал, а вечернее время. Так, в часиков 6 до 8, или, не знаю, я еще решу, там у меня есть идейка, посмотрим, как у нас пройдет все это. Так, что еще хочу вам сказать, я сделал группу в Стиме, как я вам писал в группе ВКонтакте. Кто смотрит группу ВКонтакте, молодец, кто не смотрит, не молодец. Так, и добавляйтесь группу в Steam, буду рад и вообще офигеть буду. Так, давайте поотвечаем на вопросики. Вот первый вопрос от Дениса. И еще, как ты делаешь заставку? Он еще какой-то вопрос задавал, не знаю, где еще один вопрос, надо поискать его. Ну, заставку я не делал ее сам, ее делал мой друг, коллега, можно сказать. И что надо, там зайдешь на ютубе есть отдельная заставка, вот просто отдельная заставка, без игры, просто заставка. И там есть внизу его имя, и это его скайп. Да, это его скайп, идешь, тебе что не надо, я могу с тобой дать контакты его, и будет норм. Тебе так нужны заставки, он тебя научит. Ну, он делал через Adobe After Effects, видно, не знаю, или через Adobe, или из Вегаса, вот, можно делать из в Вегасе, но я не умею в Вегасе делать интро как-то. Ну, давайте пойдем дальше. Так, Даниил Кисурин, что-то я где-то видел тебя. В том выпуске, где ты играл на Диктаторе с Фризом, ты говорил про экскурсию, и что ты покажешь себя не снимал. Кстати, кому интересно посмотреть лицо Германа, зайди к нему на страницу, на аватарке пока что его фотка. Кто-то хочет увидеть мое лицо, просто мое лицо, зайдите на мою страничку, там посмотрите. Снимать себя на камеру я как-то не привык, но я привыкну потом. Я хочу это сделать после Нового
что-то другое, но я так думаю, я мог выиграть. Я одел мамонт, но я, видно, сглупил, по-бырому взял, я хотел по-бырому, там время оставалось очень мало, но взял титан. И это, ну, когда у нас, когда я, у меня вот идея с гайдами на Танки Лайн, там для начинающих, вот кто начинает Танки Лайн, гайд, вот с каких корпусов начинать, так далее, это я запишу, у меня еще идет эта идея, она еще не делалась полностью, она в облаках так летает. Ну, я думаю, самая такая крутая пушка, это фриз или, можно сказать, рикошет. Ну, это откуда руки растут, и вы очень хорошо играете, тогда, да, покупайте рикошет, и вы умеете играть. Да, покупайте. Ну, гром я бы не советовал, потому что там есть сам урон. Ну, я как не люблю его, потому что сам урон там есть. Я как-то плохо играю на громе, как я понял. На фризе я хорошо играю. Корпус, ну, корпус такой, сам такой, это Карнет, помню, или что там у нас есть. Такой пол, маленький пол, компактный такой. Чёрт, помню. Так. Сейчас поищу тут, кто-нибудь напишет. Так. А, во, викинг нашел. Самый крутой корпус это викинг, это такой средний. Но вы хотите, у него очень много энергии, как у меня, тогда берите мамонт фриз. А краску я бы взял вам, не знаю, ну как хотите, там надо смотреть, кто играет, какие там больше пушек, там надо смотреть. Это надо делать типа тактику и так далее. Ну так, что я хочу вам еще сказать? Хочу сделать типа категорию или сказать, как-то я это слово забыл, у меня всегда вылетает из головы все, что нужно. Ну, хочу сделать типа категорию игры на заказ. Сейчас вы подумайте, игры на заказ. Ну, кто-то сейчас понял, кто-то нет, я думаю. Ну, это будет типа в ВКонтакте будет создана новая тема, и там она будет называться «Игры на заказ». Это вы будете меня просить играть в какие-нибудь игры, и буду я делать на них обзоры. Ну, да, такие обзоры я буду делать на те обзоры, такие мне понравятся игрушечки, там, типа, какая-нибудь игрушка там понравится. Это мне предложил один подписчик, один такой зритель, он написал в комментариях, я это заметил. И вообще кул мастер, кул ему мастер. Так, про Steam я помню сказал, да? Ну, еще раз повторюсь, что в Steam создана группа в Steam, что надо, добавляйтесь, буду рад. Так, что еще хочу сказать? Так, и самое важное, в субботу будет сборище подписчиков, я думаю, я хочу устроить это не точно, я вам не говорю, но примерно. Скажем, примерно так. В субботу так, часиков там или утром, там часиков в 4 там, или вечерком в 6, так, в 8. Потому что я хочу поиграть еще с ребятами в LOL. Потому что очень хорошая игра. Всем советую поиграть. Что-то у меня начались проблемы с микрофоном. У меня что-то задний фон какой-то зузит, что-то зузит, не знаю. Надо эту проблему решать. Ну, тогда, ну, вам понравился этот подкаст, там новости, как их там называете, не знаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, посмотрите, что у меня там видео есть, там очень интересно. Ну, я вот попробую на эту неделю сделать нарезочку смешных случаев из Лола, потому что там есть серия, вторая серия, где мы играем с Иваном Петровичем Зданий. Есть еще одна запись, где там мы вообще угораем, но там нас вообще сделали, пипец, в сухую. Ну, как сказать, не в сухую, но мы просто так прикалывались, бегали там. Ну, вообще прикольно.